Информация о пострадавших остается крайне противоречивой, но сразу после взрыва в клинике областного центра начали подготовку к приему раненых. В железнодорожной больнице приготовили несколько коек для возможных пациентов. Такие же действия предпринял персонал городской больницы имени Пирогова. Медики готовили также операционные для экстренной хирургической помощи и специальное реанимационное оборудование. По состоянию на половину четвертого дня пострадавшие в городские клиники не поступали. У проходных железнодорожной больницы и четвертой городской больницы никакого ажиотажа не замечено. Эти медучреждения работают в обычном режиме. По словам персонала, какого-либо притока машин скорой помощи с больными не наблюдалось. Хотя еще раз отметим, клиники подготовились к приему пострадавших.